куда-то убивать время, все же занимаются убийством времени. Вот. И для многих сейчас работа стала способом убивать время, да? А не потому, что они там что-то делают или это их как-то вовлекает там, и так далее. Просто когда они остаются наедине с самим собой, вот, то они смотрят в гаджет, а гаджет вызывает депрессию, если на него долго смотреть. Медицински доказанный факт. Вот. Поэтому дается им дурно, вот, и они хотят на работу. Вот. Приходят на работу, а мы думаем, что они за деньгами. А если денежный момент имеет значение для человека, то очень важно понимать, что, как он эти деньги зарабатывает. Потому что как только... То есть это премия, не которую вы выдали, да, а это деньги, которые там внутри проекта каким-то образом организовались и, соответственно, стали его. Да. Вы таким образом как бы делаете ваш бизнес общим. Вот если вы так как бы организуете этот производственный процесс, тогда премия имеет смысл. А в противном случае и премия должна быть привязана просто к деятельности. Вот в премии 13 зарплату должны дать обязательно, улавливаете? Ну как, без 13, да? То есть я уже 100% месячной зарплаты получил, да? А дальше я начинаю воевать за, вот, за остатки, за эти. А вы снизьте еще. Вот повоюете вот за это. Понимаете? Сразу другой клинкор. Улавливаете? Деньги – это вообще... Это же... Вот есть такой Брайан Кнутсон. Вот, это выдающийся совершенно современный нейрофизиолог, который обнаружил центры боли в головном мозге. И он определял, как люди реагируют на изменение цены. Ну, продукта в этом в магнитном сканере лежит, ну, вот, и центр боли. И повышение цены вызывает... То есть, когда я должен заплатить больше, у меня вызывает активизацию центра физической боли. Вы просто поймите. И дальше я говорю, знаешь, премию тебе дам. Так мне нормальный эффект владения, я столько внес в компанию. Как мне не дать, понимаете? Вот. А как только я говорю, сейчас не дам тебе, сразу оскорбление, понимаете, центр боли болит, и все, все.